В настоящее время местные спасатели днем и ночью очищают от снега каналы и канавы в райцентре. Сегодня мы вывезли 15 тысяч кубов снега. Водопровод полностью очищен. Также очищены 1-километровые канавы и каналы. Работа в этом направлении продолжается. Ситуация в Жаксынском районе на сегодня стабильная. Работать над этим вопросом местный акимат и отдел по чрезвычайным ситуациям начали еще до таяния снега. В прошлом году осенью в районном центре мы заменили 11 единиц водопроводных труб. На сегодняшний день угрозы подтопления не наблюдается. На сегодняшний день имеется 120 тонн инертного материала, 1500 мешков и более 2 тонн горюче-смазочных материалов. Кроме того, в районе предусмотрено 12 эвакуационных пунктов. Если ситуация осложнится, жители будут размещены на этих постах. Айгерим Бегенова, Абзал Балтабаев, Журсуну Мурзак, Алмаз Адвокасов, Кокшиакпарат.